мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет видео Faberlic. Я сегодня снимаю видео в новом помещении, потом все расскажу, но я надеюсь, что звук будет хороший, потому что я в первый раз снимаю, взяла все свои вещи с собой Faberlic, которые заказала. Есть что-то интересненькое, давайте проверим с вами. Кстати, хочу сразу сказать, чтобы вы оставались со мной до конца. Я Faberlic взяла вот такое красивейшее платье, смотрите. А оно, короче, тут такое красивое, но, по-моему, оно не моего размера, я его специально взяла, для, ну, как бы взяла, чтобы оно было, потому что там не было моего размера, я себе вообще хотела взять. Но в конце я буду его мерить, мы посмотрим. А пока давайте я вам покажу то, что у меня есть другое, пока мелочи, да? Первое, что я готовлюсь уже потихонечку к лету, и, естественно, купальник. Купальников, как вы знаете, много не бывает. Знаете, сфотографировался, пошел на речку, все, уже считаю, меняй купальник, нужно новый. У меня еще не было вот такого купальника, черно-белый. Давно я в Faberlic на него поглядываю, и знаете, какой образ я вижу? Я вот в таком купальнике черно-белым и красные губы. Ну, конечно же, конечно же. Я очень люблю. Когда-то я себе брала длинную юбку, тоже под красные губы, она такая полосатая. Возможно, вы ее скоро увидите. Значит, открою. Я сразу скажу, что люблю купальники без чашечек. Почему? Потому что всегда я люблю загорать, я люблю красивый загар. И всегда, когда я лежу на солнышке, то есть я не люблю следов конкретных сильных от купальников. Я всегда даже вытаскиваю, вот здесь есть поролоновые штучки такие, я их даже вытаскиваю, здесь есть дырочки, чтобы вытащить. И прям гармошку эту складываю до минимума, чтобы вот на груди были вот такие полосочки буквально, да? И чтобы вообще это не было видно, когда мы одеваем какую-то другую кофточку или еще что-то, чтобы не было видно. И я люблю завязочки, так как у завязочек нет размера, то, знаешь, вопрос только в чашечке. Но я взяла 75Б, у меня размер, я взяла, все идеально подходит. Естественно, я не буду мерить на себя сейчас купальник, вы его увидите потом в инстаграме на пляжу, где я буду лежать. И также я взяла трусики, а точнее плавки. И тоже я обожаю плавки с завязочками, потому что, знаете, вы чуть поправились, плавочки раз, я взяла причем XS даже самые, чтобы вот здесь тоже было минимум всего, и впереди, и сзади. Стринги я, кстати, уже давным-давно не ношу, потому что не кайф оголять свою жопу, раньше я была молодая, я, конечно, стринги, красавица, но сейчас я серьезная женатая, замужняя женщина, вот, и теперь у меня везде попочка закрыта, ну, как-то называются они, по-моему, слипы, насколько я знаю, это такие, ну, не сильно закрытые, а такие что-то, наверное, средняя, да? И на завязочках, то есть мы можем регулировать. Чуть поправились, бока отвисли, мы раз эти завязочки, да пошире сделали, да? Даже может очень полная женщина, смотрите, раз, у нее попочка закрыта, впереди закрыта, и вот, пожалуйста, растянули до самых невероятных размеров, даже XS. В общем, мне кажется, что это сочетание вообще очень прикольное. Для блондиночки красные губки и на пляже. Ну, на фотосессию, естественно. Дальше я в Faberlic решила заказать вот такую кисть. Вы знаете, я очень люблю красивые кисти. Мне кажется, что макияж... Вот я не очень люблю краситься, но когда есть красивые кисти, хорошие, да, то как-то хочется и макияж навести. Давайте откроем, посмотрим, какая она там, ну, как она набита, да. Вообще невероятно. Во-первых, цвет. Ну, цвет меня тянет на все такое. Вот так она единично продается. Смотрите, смотрите же, смотрите. Такая вот у нее ручка прозрачная. Вообще красивучая. Faberlic написано. Наполнена достаточно плотно. Красивенькая такая. Ну вот я ее взяла как раз таки, знаете, румянами я не пользуюсь. У меня корректор, то есть, да, там пудру нанести. Вот такая одна большая кисть должна быть. У меня хотя их много, но кисти тоже много не бывает. Мне кажется, всегда хочется что-то новенькое. Короче, это крутая, это будет мой фаворит, кисть фаворит. Классно. Дальше я решила взять носочки еще Faberlic. Кстати, хочу вместе с вами посмотреть, что это за носочки. Вообще хотела черные, но почему-то женских черных не было в наличии. Это вот такие, там есть очень разные много носков. Это я взяла такие флоранж 36-37. Я взяла серенькие. Ну, серенькие тоже как бы они нужны. Серенькие нужны, серенькие важны. Все запечатано. Вот такие. Ну вот, как раз таки вот такая длина мне отлично, потому что у меня бывает, ну вообще я такие люблю черные покупать, потому что сейчас в последнее время, когда берешь какие-то
брюки, они не такие длинные, они немножко укороченные. А когда эти такие брюки одеваешь под какие-то сапожки или там полусапожки, то видна голая нога. Я это не люблю, поэтому я покупаю завышенные черные носки для того, чтобы они соединились с брюками и не было видно голого зазора. В общем, ну вот эти тоже симпатичные, да? Беленькие, буковка F написано. Тянутся, плотненькие. Но здесь вопрос времени. Здесь уже вопрос времени, как долго они будут носиться, правильно? И потому что я взяла, по-моему, фикс прайс какие-то носки. Я ходила один раз. Пришла домой, сняла, а они все в катышках. Вообще, это нормально? До свидания не надеюсь. А? На свидание не пойду. Да, на свидание не пойду. Ну это Кристинка себе. На свидание не пойду. Ну что ты мне? Мне-то какое свидание? А дальше я решила приобрести себе вот такие вот штучки. Что это? Это колпачки для зубной. Я, так как вы знаете, ну, уже не часто, но частенько разъезжаю куда-то, да, и беру свою любимую щетку. Она у меня без колпачка. И у малыша тоже без колпачка. И очень удобно. Я взяла синенькую, розовенькую для себя и для малыша, чтобы было все с колпачком и мусор не цеплялся на зубную щетку. Стоят они вообще недорого, поэтому я решила взять. Смотрите. Вот такие два колпачка. Они универсальные. Здесь дырочка у нас для любой щеточки. Ну, конечно, щетка должна быть не супер толстая, да? Вот. Как оно открывается тут? Очень легко открывается, да. Щеточку положили. Кстати, Криса, у меня достанем, щетка красная есть в рюкзаке. А ну достанем, сейчас проверим. Че шумишь? Не шуми. У меня щетка, она, конечно, с колпачком шла, но я померю, вдруг я его потеряю. Я померю розовенький. Вот я его одеваю. Ой, вообще супер, смотрите. Класс. И не слезет. А тот может слезть, а тут защелкивается и не слазит. В общем, я считаю, что это крутая вещь. Кстати, на, уже пусть она будет в этой. Там мне не нравится. Пусть в этой. А также я приобрела, мне очень понравилось вообще, что описание вот к этим витаминам, это заряд интеллекта. То есть это такие витамины, от которых прям начинает работать мозг. Вот они пришли вот так вот. Конечно, на сайте я когда смотрю, почему-то я думала, что такая банка мне придет. А пришли вот такие маленькие. Еще очень плюс, что они жевательные. Так, Мираже жевательная, ньютоник называется. Состав фруктоза, мультидекстрин. Короче, я не буду читать состав. Состав здесь какой-то уникальный. Вы сами сможете пройти по ссылке, найти витаминки и почитать. Не содержит ГМО, самые важные, да. Применять по одной дрожже 1-2 раза в день. И почему вот здесь не написано... А, витамины. Здесь огромный комплекс витаминов. Смотрите. Вот такой огромный комплекс витаминов здесь. Вот так вот выглядит. В общем, после того, как я прочитала все это, я подумала, что да, у меня как бы работает мозг, но пусть он работает еще больше. И да, до 20.12.2019 срок годности. Что, съесть мне? Запечатка. Так, они вот такие большие, но они жевательные. Я не глотаю таблетки. Ой, они вкусненькие. Я так боюсь, а как их после еды, не после еды, я не посмотрела. Вкусненько. По одной дрожже 1-2 раза в день. Но я буду по одной дрожже 1 раз в день. Вообще, я сейчас пью витамины самые офигенские для волос. Уже курс допиваю. Но, в принципе, приятно. Жевательные, значит, их надо жевать. Ну, не сказать, что они прям вкусные, прям вкусные в плане объедашка, все бы съела, да? Нет, но они кисло-сладенькие, нет никаких неприятных вкусов, мне нравится. Будем употреблять. Стану умная, мозг включится еще больше. Ну и теперь платье. Платье. На это платье я уже заглядывалась давно, честно говоря. Честно говоря, давнешне. Выглядит оно вот так. То есть, оно такое достаточно классическое, простенькое, сзади змейка. Но фишка в том, что это Юдашкин, понимаете? Это Faberlic by Валентин Юдашкин. Это не абы что вам платьице, да? Супер-пупер. Дизайн здесь очень красивый. Значит, оно внутри с какой-то вот такой подкладкой.
Это конфетка у меня теперь в голове. В голове. Конфетка у меня в голове. Нормально? Конфетка у меня во рту. Кислит мне там, пока в зубах позастывала. Короче, розовая подкладка, вы увидели, да? А сверху идет вот такое сетчатое, очень красивое, с серебристыми какими-то интересными вообще вещами. Ну, в общем, это платье, оно смотрится очень круто. Давайте мы его померим и посмотрим. Единственное, тут размер 42. Вообще он должен быть мой, но надо смотреть, в общем, как сидит. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because. Кстати, очень хорошо при этом дизайне, что подкладка очень мягкая и ничего вокруг не колет. Это классно. В общем, вот такие покупочки от Faberlic. Я очень-очень рада всем покупочкам, которые пришли. Они меня все порадовали. Очень платье вообще великолепное. Платье будет у меня продаваться в магазине. Так что, если кто-то захочет такое приобрести, померить, добро пожаловать. Звоните, приходите, мы вас ждем. Кристинка там на заднем плане что-то делает. Ты убегаешь? Меня видно? Ты не знала, что тебя видно, да? Все, мои крошечки, я с вами прощаюсь, я вас люблю. С вами была Селена Свей. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Ну, ребятушки, вы мне мешали тут, бегали. Тебе, блин, помогали, а я надеюсь, мешали. Никто не будет мне говорить. Я в шоке вообще. Нормально вообще, я тебе сказать, молодцы. Да я шучу. Не шутишь. Это специально для заставки чуть-чуть.